никуда не уходишь? Не-а, дома сегодня целый день. А давай в монополию поиграем? Ладно, сейчас чай допью и приду. Жанночка, привет! Как дела? У меня хорошо тоже. Что? В нашем любимом магазине 80% скидки? Все, пулей лечу! Встречаемся у магазина! Тома, мне надо срочно уйти! Ты не представляешь, сегодня в магазине, моем любимом, 80% скидки. Так, где мой кошелек? Все деньги потрачу. Мам, мам, ну ты же обещала со мной сегодня поиграть. Сказала, что никуда не уйдешь. Ну, Том, я вернусь и поиграем. Играть можно каждый день, а такие скидки бывают только раз в году. Это тетя Жанна, как позвонит, мама сразу куда-то убегает. Что бы придумать, чтобы маму вообще сегодня из дома не выпустить? Мам, а я голодная вообще-то. Том, ну поешь бутерброды, а там колбаска есть. Я приду, приготовлю. Да не хочу я бутерброды. А что ты хочешь? Я не знаю, блинчики или оладушки, например. Ну а что, бутерброды я не люблю, оладушки люблю, а то мама придумала со своими скидки, магазины. Я тебе оладики пожарила. Все, ешь, я побежала. Том, и я тебя прошу, пожалуйста, вообще с дивана не вставай. Смотри мультики, вот сиди, ешь оладики, а тут точно что-нибудь учудишь. Как вчера, или воду забудешь закрыть, или еще что-нибудь. Ладно, ладно, мам, спасибо. Ну что еще? Мам, а вот вдруг я пить захочу, а мне даже с дивана вставать нельзя. Так, вот, все, я побежала, а то уже опаздываю. Мам, это что, вода? Ну да, ты же сказала, вдруг пить захочешь. А я воду не хочу, я сок хочу. Тома, но у нас нет сока, я не покупала. Ну конечно, я тут буду сидеть от жажды мучиться, а ты по своим магазинам ходить. Не надо мне уже ничего. Ну хорошо, Тома, ладно, сбегаю сейчас в магазин, принесу твой сок. Оладики, еще мама сейчас сок принесет. Классное время потянула. Надеюсь, мама вообще сегодня никуда не уйдет. Вот, Тома, сок. Надеюсь, ты не будешь теперь от жажды мучиться. Все, я побежала. Мам, а стакан? Мне же нельзя вставать. О, точно, сейчас. Вот стакан. Уже там, наверное, все раскупили. Пока.
Мам, я телефон в комнате забыла. Принеси, пожалуйста. А то если ты мне звонить будешь, я не смогу ответить. Сама же и переживать будешь. Тома, не могу я его найти. Я не знаю, куда ты его могла положить. А, да, точно, он же здесь под подушкой лежал. Под подушкой лежал. Ох, Тома, Тома. Алло, все, все, выбегаю, все, все, жди меня. Опять не успела уйти. Тома, что на этот раз ты придумала? Мам, ну я оладики поела, сок выпила. Так скучно стало. Может, ты все-таки останешься? Ну да, конечно. Нетушки, давай говори, что ты там еще придумала? Да ничего я не придумала. Просто хотела спросить, у нас там черешенка осталась? Что-то так захотелось. Так ты же не любишь черешню? Не, на самом деле люблю. Ой, лишь бы я никуда не ушла. Сейчас принесу. Черешенку она захотела. Вот, Тома, черешня. И если ты еще что-нибудь придумала, говори сразу, пока я не ушла. Да нет, мам, спасибо. Мам, а ты ключи взяла? Да, взяла, а что? Закрой меня на все замки. Зачем на все замки? Что случилось? Да, мне просто что-то страшно. На, вот, теперь тебе не страшно? Нет, не очень. А я что-то горячее. Как горячее? Это ты вчера под дождем промокла. Говорила я тебе, что ноги надо попарить. Что же теперь делать? А ну-ка дай потрогаю. А горло покажи. Да вроде все нормально. По-моему, я горячее, Тома. Но я чувствую себя неважно. Ладно, чтобы со спокойной душой уйти, принесу тебе чай с лимоном. Вот, Тома, на, пей чай с лимончиком. Я тебе попозже позвоню. Спасибо. Сиди со мной 5 минуточек, пока я чай попью. 5 минуточек? Да я 2 часа не могу выйти из дома. Мам, ну пожалуйста. Много там у тебя еще чая? Да нет, мам, немножечко. Ну, пей быстрее. Алло, Жанночка.
Олежка, все, я выбегаю. Что? Ладно, поняла. Давай, пока. Что-то случилось, мам? Да, ничего не случилось. Просто тетя Жанна сказала, что распродажа закончилась, и все раскупили. И что, ты никуда не пойдешь? Теперь никуда не пойду. И что, мы теперь можем поиграть в монополию? Ну да, можем. Есть!